Значит, действительно, 30 сентября начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И было принято решение совместно всеми фракциями парламента, кроме оппозиционной платформы «За життя», то есть это «Слуга народа», «Батьковщина», «Голос», «Европейская солидарность», о том, что мы не подаем сейчас новый состав делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, чтобы продемонстрировать наше отношение к возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы без санкций, которое произошло на летней сессии в июне месяце этого года. В то же время, так как Парламентская ассамблея Совета Европы – это очень важная международная площадка, и не подача новой делегации означает, что сохраняются полномочия действующей делегации, то те члены делегации, которые были в прошлом составе и сейчас есть в нынешнем, могут поехать в Страсбург, и в том числе это может сделать новая глава делегации, новая Лиза Ересько, которая представляет фракцию «Слуга народа», для того, чтобы украинская позиция была озвучена, для того, чтобы не только звучал голос Кремля. Тем более, что там будут очень важные вопросы. Например, будут обсуждаться местные выборы в России, которые в том числе были проведены в Крыму, что является грубым нарушением международного права на аннексированной территории проведения выборов. В том числе будет на Комитете по равенству обсуждаться права человека и права крымских татар, которые нарушаются в Крыму. Будет обсуждаться Минский процесс и ситуация в Керченском проливе. В общем, очень много важных для Украины вопросов. В том числе группа стран требует встречи с Эммануэлем Макроном и с руководителем Комитета министров. Сейчас в Комитете министров ПАСЕ председательствует Франция. Поэтому вот было принято такое решение, и ситуация развивается достаточно динамично. То есть мы в контакте с нашими коллегами, есть позиция нескольких стран, которые, возможно, тоже озвучат или полностью не будут ехать на эту сессию, либо частично не будут ехать. Это такие страны, как Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Вот что происходит на эту минуту.